Всем привет, с вами Эпик, и вы, как всегда, на канале Epic Games. Сегодня мы будем продолжать играть в игру Resident Evil 6. Мне ее, как всегда, будет помогать проходить мой лучший друг по всем хоррор-играм, Димон. Вот почему помогать, а? Я бы даже сказал, я бы даже сказал протащить, пролететь, провести. Итак, на повестке дня у нас... Глава Леон. Да. Глава 5 порт. 5-1, если я не ошибаюсь. Да, порт, по-моему. Потому что 5-2 мы еще никуда не дошли. А мы порт в 4. Разве порт-то 5-1? Да. Там не, был просто 4, у меня, вот я говорю. 5 поезд, и потом мы вылазили. Это потом мы. Да, у нас потом был порт, но у меня почему-то показывало, что вот я если нажму сейчас продолжить. У меня мы скорее закончили. Всего. Нет, я понял, я имею в виду, мне показывало, что глава 4-6, порт, вот, и у меня не показало, а, вот, теперь Леон, глава 5, порт. Вот, видишь, странно. Всё. Значит, глава 5-1 у нас, так, Хелена, так, задание, пригласить другом. То есть меня ты приглашать не будешь, да? А, пригласил таки. Ну, таки да. Плюнул таки на друга. Плюнул таки на друга, пригласил меня, молодец. Именно. Красавчик. Поиск игровой секции для присоединения. Ладно? Хорошо. Хорошо? Хорошо, говорит. Ищи, говорит. Так. Я надеюсь, мне сегодня придется на геймпаде, а не на клавопаде играть. Ну, слушай, руки уже привыкают вообще дико к геймпаду. Я вот когда бегал вчера на клавиатуре, в пятый резидент. Я искал кнопку, короче, этот ЛТ и РТ на клавиатуре. То есть это вскинуть оружие и стрелять. Да, да. Все, это трындец уже. Надо переходить, это короче. Это вирус. Это К-вирус на тебя действует. Не дай бог, серьезно. Переплюнь, женщина. После успешной атаки встаньте рядом с оглушенным врагом и что-то сделайте. Ну да. На истребители летим. Дело дрянь. Совсем дрянь. Ох ты ж, ёпта. Кошмар, что творится. Это просто ужас. Ужас. Проклятие. Крис, послушай меня, ты должен спасти двух заложников с подводной нефтяной платформы. Агента Шерри Биркина и Джейка Мюллера. Его отцом был Альберт Оскар. Что? Чё? Чего? Надо было сказать. Антитела к ковиру. В смысле? Ты вот за этого будешь играть? Я да. Я чё-то не понял. В смысле он сын Вескера? Ни хрена себе новость. А да вон пертва. Ни хрена себе новость. Офигеть. Да вы чё? Вы вот чё творите? Да. Понятно. Чё? Мне ничего не понятно, что происходит. Ты же Шерри и Джейку, не подведи их. Я в офиге. Нормально, ищем выживших, выбираемся отсюда. Чего, блин? Вот как Ада мертва? Просто... Чё? Это сын Вескера, что? Это просто мега замес. Что, батарея? Чё, блин? Я вообще ничего не понимаю. Мы эвакуироваться, ты о чём? Подожди, да, я не в сети поставлю, ты тоже не в сети поставь. Именно. Ты в сети ещё. Сорян. Сорян, маленькое, да, отклонение от игры. Потому что этого никак не избежать. Да, мы хотим отклонение помочь. Будет всегда. Контрольная почка. Ооо, нам кажется, надо в сторону бежать. Хорошо, валим. Ничего, просто дым со всех сторон, куда бежать-то? Так вот, вон чувак. за агентом. Побежали. Держитесь подальше от унитаза, прекрасно. А, от газа? Я думаю, какого унитаза? Красавчик. Ну, может, ты зайдешь с другой стороны. Да ты не пускаешь ты меня! Давай, вот ты двойка! Да ты, да свали, агент! Агент закрывает дорогу. Так, валим. Чё вообще происходит? Воу! Валим. Куда бежать-то? Ой, газ!
Ну блин, ну то без есть... фейлов же сказали. Ну так без фейлов, в смысле без вот. Тех фейлов, которые как с самолетом? Маленькая дрянь. Твою мать, то есть до газа вообще, теперь додвигаться до газа вообще нельзя. Раньше мы хотя бы, если бегали в газе, мы могли там вентиляцию включить и все. Офигеть просто. Да, это вообще захватывающе. Это дикий трэш. Нет, я сейчас, сын Вескер, серьезно, нас, по-моему, кто-то наеживает. Вот 100 пудов. Не может быть такого. Нет, я просто знаю, кто такие Вескеры. Ну, в чем дело? Пора бежали. Я так приблизительно уже помню, куда бежать. Просто по фильму я знаю, кто такой Альберт Вескер, а по Revelations 2 я знаю, кто такая Алекс Вескер. И молчи. Вот. Ну, по Revelations 2 люди видели и знают. Куда нам? Так. Наверх. Нам наверх и направо, я так понимаю. Да-да-да-да. Во-во-во, дверь. Так, окей, ребята, откройте. Блокируем. Контрольно. Простите. Как ситуация? Ситуация хреновая вообще. Но вы должны сдохнуть. О, магазинчик, давай прикупим. Давай. О, футболки, а это к тебе. Патрончики. Где смотри. Патрончики? Травка. Где травка? Травка, вон травка. Ой, вон травка. Нет, бежим. К черту травку. А, блин, я травку не успел подобрать. Так я говорю, к черту травку. Блин, охренительно. Офигеть, у нас никогда вот так вот не было. Ну, то есть мы травились, но не так. Не так быстро. Охренеть, это просто... Ну, понятно, это последняя глава в этой, в главе Леона, поэтому там трэш сейчас начнется 100 пудов. Короче, вот действительно, первую ты просто как новичок идешь главу. Вторую ты там долбишься с кем? С каким боссом, я не помню. Второе, это там церковь, у нас вся фигня. Да, третье это карасик, четвертое это, соответственно, чувак этот, вот, на поезде нас пытался быть. А, телефон который? Да, а, соответственно, здесь теперь дым. Блин, игрушка охренительная. Валим. Ну, вот самое то, что крутое, с дымом-то ты не можешь бороться никак. То есть, да блин, жаль, да хрен с ней с травой, там красная трава, плюнь. Не могу. Серьезно, прикольные усы. Насрать, серьезно, на красную траву похрен. Валим. Это прикинь, сейчас забаговалось немножко, у меня это Елена, она, короче, волосы в пол ушли так, и она лысая стала. Охренеть, это просто лысая Елена зомби, это... Зачем-то. Ну видишь, с газом бороться просто никак нельзя. То есть это, ладно, это допустим, зомбака можно пострелять там и так далее. Но с газом ты никак не можешь бороться. Остается только бежать. Ёпты. У нас есть тачка, можем подвезти. Слушайте, мужики, я был бы не против. А куда там дальше? Дым. Лифт. Давай, открывай быстрее! Да, открывай. Да открывай быстрее, чувак! Мы сейчас задохнемся здесь, давай! Погнали! Гоу! Да блин, на этого солдата, серьезно! Да куда? А, там дальше бежать можно? Так метраж-то посмотри, у тебя метраж на экране показывается! Не, я думал, это лифт, сейчас поднимемся куда-то! Так я тоже думал, что это лифт! А это вор... Какого? Двойка! Какая двойка? Двойкой! Быстрей сюда! Сейчас газ придет! Не приду! Сейчас газ будет! Да мы от газа свалим, да? Насрать, нажимаю, он автоматически все зайдет же, как будто не знаешь. Меня зомби плющат тут, что ты? Давай быстрее сюда, нас сожрут сейчас просто! Отбивайся, нажимай! Всё. И тут газ. Не оглядывайся, иди. Твою мать, чувак, прости. Жалко чувака. Это да. Хоть я и говорил, что плюнули солдата, но все-таки жалко чувака. Дым. Ладно, держись. Погнали, чувак. Топи. Что-то мне подсказывает, либо он превратится в зомбака, либо сейчас куча зомбаков будет. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет то же самое, что из полицейской машины в начале игры. Что за гарь, откуда? Наверное, взрыва ракет. Штаб отряд Чарли, изменения в планах. Какие изменения? Камерой можешь поворачивать, прикинь, осматривать.
Ага, круто. Угу. Посмотри на чувака, на водителя. Посмотрел уже. Мы не можем рисковать людьми. Бляха, ёжик. Ты посмотри, что здесь происходит вообще. Да пипец. Чувак, топи быстрее, серьезно. Это Симен сделал. А, это твоя фраза. Чё ты встал? Дави! Они нас окружают, надо уходить. Да дави! Серьезно, чувак. Я понимаю, почему он, скорее всего, едет не из-за этого, потому что они, видишь, они в принципе его почти не слышат, он тихо едет, его они особо-то и не слышат. Во-первых, ночь, во-вторых, туман этот, блин. Ну это да. Вирус этот. Поэтому ну блин. Не едет. Ну, дело в том, что если просочиться сквозь щели стекол, то. Нет, нет, назад, умри. Твою мать. Вот я вообще не. Вот здесь трындец сейчас будет, по-моему. Сейчас он слишком тихо. Здравствуйте. Давай дворниками его, дворниками. Именно. Так, как у тебя еще варианты есть, что ли? Кошмар. Игрушка просто напрягает. Твою мать, меня уже вот я сейчас вздрогнул, сидел в темноте. Как вот ехали. Периодически голову поворачиваю направо, тебе виднее будет. А. Там зомбаки всякие с той стороны. Тут люк. Контр-точка. Я здесь я вас высажу. Ты дурак, что ли? Пытаешься. Башня прямо впереди, вам придется идти пешком. Ты дурак! Какой пешком? Я не хочу! Я вроде попробую найти. Блин, чувак, не возвращайся, серьезно, там они все трупы уже. Осторожнее, окей? Сзади нас дыму тут. Так, понятно. Падай, ничего нету. Быстрее, там зомбак. Нет, я смотрел эту хрень, может есть. А? Думал, таблеточки, травкой? Что-нибудь, оружие. А, ты меня подтянешь, да? Красава. Простите, чуваки, но... Да, свидос. Да. Ничего, по сути. Я сейчас прифигею, если мне напишешь, что мы прошли главу 4. И даст достижение это. Самое забавное, вот я говорю, вот нам... Почему нам не дали достижение, если у нас прошла статистика, у нас была надпись, что мы закончили 4 главу? Ну, чё, да. Чё за фигня? Надо на форумах полазить тоже будет. Мне просто... Наверное, мы прошли... Надо пройти 5 главу, если чё так. Так там и 5 надо пройти, там чё, забыл, что ли, достижение каждой главы пишут? Пройдено достижение такое-то, пройдена глава такая-то, пройдена глава такая-то. Значит, ты не сделал достижение. Так по прохождению дается, за прохождение главы. Да, ну ты-то, значит, какой-то момент не делал. За прохождение главы ты главу начал, начало, середина, конец. Когда ты ее закончил, тебе дают достижение, тебе же тоже не дали. А может, надо без фейлов вообще там пройти ее? Я не знаю. Может, у нас просто сломалось вчера все. Но мы с тобой все равно потом будем перепроходить, я за Ленку, ты за Леню. Поэтому... Как-нибудь пройдем. Так. Делал. Это еще. Завязывайте нас сбивать, серьезно. Да задолбай. Нас как рванет, чувствую. Нас каждая тачка хочет. Я же сказал. А, вот оно, начало игры. Вспомнил пролог? Да. И сейчас я тебя потащу, походу. Угу. Офигеть. То есть. Игрушка просто. Мега за. Точно. Игрушка, говорю, вот реально. Запутан до такой степени по сюжету, что вот не поймешь, где что, где начало, где конец. Но здесь так, я понимаю, что рассказывают то, что то, что было до того, как... Да, до этого момента. Да. Но я предполагал, конечно, помнишь, я говорил тебе об этом вроде, или не тебе. Вот, но в итоге, я думаю, что, ну, просто говорю, не может же игра вот начаться просто с того, что что-то бабах и все. У меня так начинается. Вот. Типично. Да, поэтому, ну тебе пролог надо будет пройти. Это вертолет. Я помню. Так это наши, не наши, я что-то так и не втыкаю. Ада! Ада! Жива! Чего? Понятно, то есть это она в нас стреляла. Офигеть. Какого лешего? Она же мертва. Она же мертва. Мозг! Леон, это... А что? Я думал, что она мертва. Я тоже! Так, подожди, что нам надо? Она что, помогает их убивать? Я не знаю. Их слишком много, понятно. Надо бежать куда-то. Так вот метраж. Так. Леон, ты меня слышишь? Ты в порядке? Я цел, но у меня предчувствие, что дело пахнет жареным. Да, попка подгорает, конечно. Угу. Так, патрон 12 калибра, шикарно. Ну, по сути, а я чё-то не втыкаю, почему вот здесь у нас всё хорошо? А, я понял, слушай.
помнишь чувака, который здесь валялся, вот? Но. Ну, у вот. Него же антибиотики, помнишь, были? Антитела вот эти найти нам надо. А, так ты тогда дохлый был, полудохлый? Ну, кто его знает, что посмотрим, что будет. Я вообще не втыкаю. Нет, было бы на самом деле круто, если бы я вот сейчас тебя тащил, то реально было бы шикарно. В машине, помнишь? Что-то такое было. Конечно, помню. У меня-то пролог записан. Вот эта тачка, здесь были пилюли. Так. Блин, мне надо траву это как-то взять. Что, не берется? Выкинь какие-нибудь патроны. Ай, разрывные пилюли. Или... Или гранату. Граната тоже вроде в зачет идет. Ну ладно, выкинем вот эти. Так, перезарядка. Я стольким оружием не воспользовался в игре, серьезно. Так. Сикаюсь, серьезно. У меня столько сейчас патрон. Ну точнее, лечил. О-о-о, что я вижу. Ты это видишь? Блять. О. Чё? Блема. Блемка. Блем. Стоит напротив нее и не видит. Я такой слепень. Так, вот чувствую, что сейчас будет полнейшая жопа, потому что ты помнишь, что было в конце пролога? Помню, иди сюда. Иду. Не туда. Не туда, с другой стороны. Так. Вот. И чего? О, шикарно. Блин, эта музыка, она просто крутая. Так, теперь куда нам? Нам вон по метражу. Метражу. Да. А, вот туда. Так, сейчас же будет большой бабам, да? Да. Здравствуйте. Блин, я пистолет взял зачем-то. Блин, я сейчас просто... Ты понимаешь, насколько все трешово становится, если я начинаю жрать... Я начинаю жрать аптечки. Ты понимаешь, насколько все начинается? Это плохо. Что творится? Что творится, блин? Ломай его. Да в легкую. Подожди меня. Так, я беру пистолет. Я буду эпичным, пойду с пистолетом. Давай. Давай, так открывай. Так. Тихо так. Я просто не понял, а как, почему начало в прологе немножко было другим? Это нам вот это все пробежать? Да, и вон нам в ту башню. Что случилось, Крис? Ханиган, мы можем здесь пройти к башне? Да, продолжать двигаться в том же направлении. Окей. Без проблем. Чё, сложно, что ли? Я предлагаю убивать просто всех зомбаков, чтобы у нас к концу было хоть что-то. По-моему, зря я тебе предложил тогда до пятой главы не прокачаться. Серьезно. Я сейчас дико об этом жалею. Так. Ты откуда да, неси лезут? Блин, лезут. Тут такая пробка, естественно, не лезут. Мне вот интересно, нам придется сейчас вот страдать тем, что было в прологе? Не знаю. Это было бы круто, на самом деле. Зачем я пинаю машину? Понятия не имею. Погнали, иначе просто мы сейчас... Контрольная почка. Да ладно. Драпаем, серьезно. Я помню, что в прологе просто был. Я не спойлерю, потому что тебе пролог еще проходить, и тебя пролог не видели. Блин. Я помню, что сейчас будет. Я не хочу. Я. Это бежим.
Бежим! What the fuck? Ёбаный мать, бежим! Бежим! Ленка, бежим! Ленка, бежим! Мы с тобой крутые советские люди, мы можем! Да, 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 давай, давай, мужик, давай! Да, я помню! Давай! Бежим, 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 бежим! Бежим, 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 бежим! Ух! Успел! И опять же, жалко мужика, серьезно. Он не спасся же. Не знаю. Вот сейчас ты не спасешься, будет это отлично. Я спасусь, что нет, посмотри. Запахло жареным, смотри. Блин, охренеть. Геймпад у меня уже, у меня загрузка уже, геймпад, успокойся. Мне так же. Так же, да, я думал, мне геймпад залагал. Просто у меня же Китай-Тайвань, спидлинг. Который 1, 2, 3, 4 даже, у меня не BX, там, Y, а... У меня, конечно, тоже... Хэбох? Да. У тебя-то хэбох, у тебя эпично. Вот сейчас я буду дико фейлить. Вот сейчас. Вот сейчас я буду дико фейлить. Не вздумай. Сто пудов. Я просто знаю, что в прологе было. Да ты, в принципе, тоже... Сейчас ты будешь дохнуть. Иди в баню, не хочу. Я из-за тебя дох тогда, пилотов. Вот сейчас ты вы... Не могу стабилизировать, давай же. Чаще. Я великий пилот просто, я помню. Так, наверх? Ну окей, давай. А как нажимать-то? Четверка? Блин, это сложнее, чем в прологе сейчас. Давай, поднимайся. Нет? Бадабум. Контрольная была. Контрольная была, но... Это штука долго не придержится, да. Еще несколько кварталов, давай. Ну пожалуйста, ну не надо! Не надо! Не надо, Ленка! What the fuck? What the fuck, say? Сейчас будем фейлить. Не вздумай. Так, раз фейл. И без фейла. Фейл. Фейл. Фу, я отбился. Блин, я думал, тебя сгрызут. Черт. Какой... Я геймпад так отпустил, значит, что там так типа X дергайте туда-обратно, знаешь? Твою мать, это настолько эпично закончит что серию. Делаешь? Я нас спасаю. Водить права. Так. Летом, вертолетом. Сейчас будет. Я понял, что я значит все-таки был прав. Сейчас в прологе мы закончим закончим, как пролог заканчивался, помнишь? Вот так. Помнишь, мы интересовались, да. Кто это? Помнишь, мы интересовались, кто это? Не вздумай. Вот сейчас мы узнаем, кто это. Даже не вздумай сделать это. Что? Контролка. Так, кто валим. Кто тебе разрешал так водить самолет и вертолет? Объясни мне. Ты. Логично. Валим, тут стеколка. Сверху вертолетов идет сейчас. Давай, валим, ворачивайся. Я увернулся. Я тоже. Да. Твою мать, это настолько круто. Охренительно. Ты в норме? Нет. Я тоже нет. Да, нормально, все хорошо. Перезарядись! Все перезаряди! Все перезаряди. Да, по патронам, конечно. У меня только в пистолете много патронов. Так, с медпаками сейчас все плохо будет, по-моему. Возьму-ка я пистолет. И самое забавное, что нам, и знаешь... Вот в эту вот хрень выстрелю. Какое? Трава зеленая. Какая трава зеленая, там хрень-то? Трава зеленая. Так, мне это плохо целится так. Фейлы и фигурки, чтобы открывать, говорит. Блин. Ну давай вот это вот. Так, давай-ка. О! Так, о, 17 уже, слушай. Так, и у меня появилась ячейка под травку. Так, ну-ка, подожди, сейчас мы скомбинируем травку. Так. Шикарно, травку мы скомбинировали. И у нас еще осталась ячейка под патроны. У меня 6 таблеток. Еще 6 таблеток. И еще одна таблетка. Офигеть. Я не знаю, куда их девать. Запихивай в карман, как под завязку. О, тени, смотри. Тени исчезают в полдень. Я одну, короче, сожру сейчас. Так, подожди, я беру дробовик. Нафиг надо.
Серьезно, я беру дробаш. Хотя нет, я же хотел быть типичным, я пойду с пистолетом. С изначальным пистолетом. Дальше посмотрим по ситуации. Ну, жареным реально запахло, как сказал Лёня. Или кто там сказал, что жареным запахло? Чё, ты готов? Нет, я не помню, как, блин, полечиться. Полечиться это закидываешь в карман? Получится, блин. Подожди, тогда сделаем, подожди. А, у меня нет этого. У меня нет спрея. У меня спрей есть. А, у тебя полное здоровье, говоришь? Да, у меня целых два спрея, одна таблетка и еще две по шесть таблеток. А, в карман ты запихал таблетки, да? Да. Ну погнали. У меня в кармане 17 таблеток, поэтому. Вид такой крутой просто сбоку. Сбоку сверху. Ну что ж, я помню, что находится здесь. Не хочу, пожалуйста, я не хочу, понимаешь? У нас нет времени. Что-то здесь не так. Да. Чё, правда? Чё за шпиль? Так, и нас опять не хватает. Нас не пускают направо и налево снова. Это обелиск называется, если что. 3, 2, 1, пуск. Я уже прыгнул. Так. Что-то сейчас будет. Сейчас будет, я понял, я видел. Ребят, если есть какие-то догадки, домыслы, какие-то комментарии, пишите в данный момент, прям вот остановите и пишите, что думаете будет прям вот сейчас. А я знаю, кто будет понтоваться. Эти все люди, которые прошли Резидент полностью, всю серию игр Резидента, пересмотрели все фильмы, они скажут, да вы там... Но вы ничего не знаете, короче. Знаете, что я вам скажу? Да, мы тупой дома не ставим ничего толком в Резиденте. Так. Он труп. Да. Надеюсь, что труп, потом а не зомби. Так, бочки стоят. Нет, нет, нет. Только не это. Так. Я не поверю. Не хватило? Да ладно. Охренеть. Ты издеваешься? Когда показали ноги, я на секунду подумал, что это именно он. Я думал, президента ему вроде застрелили. Ада. Ада? Я знаю, что ты сделала, Ада. Так. Ты не послушалась меня. Ты забрала сына Вескера. А, вот кто похитил. Нифига себе. Твою мать. Может, не надо? Сейчас будет вполне... Крепись, не трансформируйся. Серьезно, вот зря ты сказал, что он срегенерировал. Ты использовала кровь. Нифига себе. Синхронно так. Твою мать. Надеюсь, в аду тебя ждут. Потому что здесь по тебе никто скучать не будет. Да. Трэшер, парень работящий. Так. Так, ну-ка дайте мне вот это. Чего? Ёб твою мать. Ты угораешь, что ли? Ты зачем мне предложил с тобой играть в эту игру? А чё, ты против? Нет. Зато мы по нему точно не промахнемся, но я промахнусь, кому, само собой. Ада, веди на Аду, она... Да, блин, хватит меня бить. Хрень. Мудохай вон, видит человека. Чё мудох, он мне по мне попал тут. Его на бочке надо вести, вот здесь бочка есть. Да я в курсе, еще Ада стреляет в него. Так, пошел вон. Валим. Воу! Он еще и орет, как сумасшедший. Чем он орет? Я не знаю, но надо по бочкам полить. Сколько там всего? Сколько там всего? Это... Я делаю все. Воу. У него там гнойник, короче, был по центру. Я заметил. Так, воу, это кто? Ребята. Мужики. Пулеметчики. Я хочу за пулеметчики. Конечно, конечно. Само собой, чувак, спасибо. Пулеметчики. Надо, да, надо гнойники. О, глаз. Глазик. Так, 8, огонь. А ворочи-то можно пулемет? Можно.
Это ж пулемет. Пулеметики. Херач, моему глаз. В канистры фигач, если что. Если вдруг будет возможность. Ну, само собой. Ты что творишь? Да слушай, мы нафига мы его на поезде расфигачили, а? Не знаю. Он просто прокачался, по-моему. Нет. Да мы стреляем. Настолько эпичной игры, кроме The Last of Us, я еще вот говорю, не встречал. Я ему в глаз попал. Красавчик. Только это не помогло, ты его разозлил. Ты лишил нас пулеметов! Ты за него! Да я тебя удохаю сейчас просто. Твою мать! Валим, 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 валим. Так, к бочкам. Подальше от бочек. Издалека стрелять по ним. Видишь? Засранец. Так, что тут есть? Какая-то херня есть. Все, я буду сейчас мега эпичен. Ковбой Мальборо, давай. Ух, вот это он прыгает. Вот это неожиданно сейчас. Там тачка сверху. Я побежал, на меня машина может упасть. Он упал. А он в виде человека? Да. Блин. На, с ноги. Давай. Чё, по-мужски. На тебе, скотина. Я с тобой еще не закончил, понял? Валим. Я с тобой не закончил, понял? Валим. Там красная трава. Я понял. Так. Патроны какие-то надо. Да вон там патроны есть, в принципе. Так, надо на бачата его вести, на бачата. Здесь бачата есть. Да, вот, тащи его сюда, пофиг, что я валяюсь. Иди сюда. Я на бочка на прицеле у меня. Отойди, иначе тебя бабахнет. Блин. Хренась, теперь бочка не на прицеле у меня. В смысле, меня. А как? А чё? А чё было-то? Он тебя кинул что-то. А, он в меня машину кинул. Наверное. Твою мать, это... Блин, это охренительно. Это... Пулеметики сейчас будут снова, слушай. Может быть, кстати. А, да, там может, не будет. Же была. Нет. Нет. По бочке, срочно по бочке. По бочке фигач. Так. Мудох его. Моя очередь. Давай. За Дебору. За Сталина. Но... На тебе. Так, а у меня есть? У меня гранат нету, я пошел пока. Да. Я ему гранатку поставил там. Шикарно, бабахай. А подожди, бабахай, надо убежать немножко хотя бы. На, бабахну. Надеюсь, ему больно было. Ну давай, разбивай, поднимай патроны. Да действительно, спрей, а чё б нет-то? Мне бы лучше гранат сейчас, вот серьезно. Опять, подожди секунду. А, он видит человека? Опять? Да. Патрон 12-го калибра, красная трава. Так, я пока разбиваю эти ящики, короче. Опять красная трава, да? Ребят, серьезно? А можно мне не травы, можно мне гранат, серьезно? Тащи только черышку на бомбу. Я не знаю, где бомба.
Вон там еще консервная банка, которую можно взорвать вон. Человек! Шуруй к нему быстрее. На, с ноги. Блять. Рано, ведь человека его, по-моему, лучше не подрывать, как я понял. Да не, я просто тупанул, случайно нажал. А, бывает. Я побежал. На. Тут еще какие-то ящички валяются. Что здесь у нас? Патроны, хорошо патроны, медикаментозные, вообще отлично. Твою мать, валим! Он псих, что ли? Держись! На, я в него так. В снайперке. Шикарно. Так, он упал. Надо глаз херачить. Сто пудов. Глаз с твоей стороны там. Так, давай, грузить, давай! А, загрузка. Пули не причинят вреда. Так. Я только с двумя пистолетами. На него. Так, а я с двумя пистолетами ходил, ковбой Мальборо. Серьезно. Ты не видел, что ли? Я изо всех орудий в него вкирал. А, не, я так с двух пистолетов просто фигачил, то и все. Сначала с одного, потом второй взял. Чтобы более крутым быть. Я не брал даже ни автомат, ни снайперку, ничего. Он направляется на крышу? Блин. Так, нам на крышу, я понял. Будем, что лифт работает. Знаешь что? А нам же не показали, что он сдох. Вот и я там же. Что случилось? Ничего. Нормально все. Валим. Унитаз, блин. Эй, охренеть. Держитесь. Я думал, он, это... когда мы на поезде с ним бились, я думал, он сдох. Я думал, это он тогда жесткий был. Я но дико ошибался. Когда мы с тобой поднимались по порту, я же тебе сказал, что нам не показали, что он сдох конкретно, он просто утонул. Его разорвало на запчасти, ты если не заметил, его разрезало поездом. Но он же может склеиваться, помнишь? Да, вот что ты сейчас говоришь, вот сейчас вот опять же вот. Нам опять не показали, что он сдох. Так. Незаметный это трэш. Я должен провести разрешительную физическую атаку. Замечательно. Локально, это в смысле на одном экране просто. Так, лифтик. Ребят, если вам нравятся такие эпичные игры, пишите, будем записывать специально для вас. Да. Само это собой. Будет нечто. Это будет круто, блин. Ты посмотри, что происходит. В дальнейшем, я думаю, мы с Тимоном запишем также несколько файтингов, возможно, несколько каких-то гоночек, может быть, даже спортивных игр. Ну, гоночки, да. А, мы на лифте полетели. Шикарно. Шикарно, блин. Ёб твою мать. Я надеюсь, ты лифтом умеешь управлять? Примерно так же, как самолетом. Шикарно. Мы обучены. Это да. Зато я шикарно чиню автобус. Профессиональный техник. Так, действительно, ползти по канату. Сейчас опять левый-правый, точно. Туда... А, вот тогда было... Опа! Не следует тебе смотреть вниз. Я не собирался. Воу-воу-воу-воу! Мадам! Давай, левый, правый. Семь, восемь. А чё вид сверху-то? Не знаю, у меня тебе вид снизу уже. О, снизу. Так ты-то выше ползёшь. А здесь больше такого не случится. Да, нам надо уворачиваться, походу. Какой? Сименс. Именно. Твой мать. Ада с ним фигачит, смотри. Красава. Не надо ей было бросать вертолет. Я боюсь только то, что, короче... Шикарный. Мне бы не сдох, потому что агент неизвестный в Аде, короче. В главе Ада. И там штука в том, что... Знаешь, вот когда начинаешь кампанию, там два персонажа, да, показываются. Допустим, мы вот в поезде ехали, там, Леон. Человек-паук натуральный. Да Бэтмен, у него Бэткрюк. Ада. Вот, а в итоге Ада нарисована одна в компании. Вот. Она поднялась наверх. Скорее. И чё, и стрелять по СП? Снайперки в руки тогда? Ну, снайперки. У которых практически нет патрон.
Так, я беру этот. Так, приблизить капслок. Сзади, зомбак. Ты чё встал? Кто тебе разрешал? Так, ё-моё! Так, извиняюсь. Там задние голоса на заднем плане, это... Огонь. Я выключу немножко микрофон, временно. Давай. Блин, у меня патроны кончились. Зомбаков тьма. Ни одна запись не обходится без маленьких фейлов. Значит, чего? Так. Я ведь прав, Тимон? Это да. О, черт. Потому что ни одна игра не обходится без фейлов. Фейлы будут, да, и это... Так, ползли. Мы, в смысле? Нет, подожди, стоп. 8, 7, 8. Почему девчонки любят так командовать? 8. Давай. А мне понравилось по тебе ползти. Я так и понял. Так, ничего, не боись, мне по тебе еще ползать тоже. Я по тебе еще поползу. Я скоро быстрее тебя ползу. Ты выше меня ползешь. Ой, ё! Стреляй! Ада, стреляй! 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7. Нет, не 7. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Смотри, ты драпанул-то. Аккуратно получилось. Да вообще, тебе вот с этим говном биться, походу. Так. Давай сюда. Валим. Ты куда прыгнул, придурок? В смысле? Ты охренел. Я охренел. Меня, блин, бросил, чтобы спасти Аду. Ну ты просто... Давай, кали. А, ты меня слышишь? Это не должно вот так закончиться. Так, ты будешь жить. Не тебе решать. Давай. Я стреляю в него. Так я тоже. Нет. Да, ты если настоящий ад, ты с ним справишься. Стреляй в него. Давай. Ё-моё. Я столько патронов со снайперки всадил. Я просто глаза прикрыл. Калаш уже весь убил. Нельзя спать на работе. Это верно. Эпик, это к тебе... А, вот теперь там видим мутировавшего дырка. Шикарно. Да, я заметил. Где эта дрянь? Тут есть какая-то предыстория, которую я не знаю? Ничего интересного. Стреляй по нему. Так и я что делаю? Опа, меня сожрали. Не вздумай. У меня только зомбаки, блин. У тебя зомбаки, а у меня... Ты знаешь, сколько у меня хп сносит? Ну, перезарядиться. Это что, шо е, то е, как говорится. Отлично. Ему хреново становится. Да? Да, иди подбегай к нему. Давай. Беги, уходи от него. Да я в курсе. Моя чуйка говорит, что я сейчас ножом пойду, по-моему. Потому что у меня все патроны сейчас закончатся. Я сейчас буду на твоем месте, короче, у меня закончатся патроны. Все, может быть. Так.
Так, так. У меня тут тоже зомбаки подходят нехорошие. Вообще просто. Да, да. Так, давай, спасай меня. Да без проблем, калаш у меня теперь есть. Тащи эту дрянь сюда. Ой-ой-ой. Так нехорошо получается. Очень неудобно. Ты что, не можешь уворачиваться, что ли? Давай, фикачево. Ну, беги в мою сторону. Вот тут. Все нехорошо. Ты куда потащил его? Тащи сюда, давай, 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 давай. Ух. Не заметил зомбака, который ко мне подошел. Так, очень извиняюсь за то, что молчу периодически. Всяко бывает, я ж тебе говорю. Так. Марафон фейлов продолжается. Да, марафон фейлов. Тащи эту жопу сюда. Эй! Держись, слышь! Ага, спасай, 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 спасай. Опа! Одна рука. Самозвонно ударил по одной, а отпустил другую. Обойдешься. Не тут-то было. Не всегда получаешь то, что хочешь. На! О, шикарно! Красиво. Стрелой будем прям. Будем считать это завершением. Будем считать. Я думал, Ада тоже упал. Я тоже. Так и у меня этот, Бэткрюк. Бэтгёрл, блин. Да-да-да-да-да. Так хотел сказать. Фух. Но она опять же, он упал. Опять нам не показали, да, что он сдох. Он упал просто. Он упал просто. Блин. У меня в изначальном вообще нет патронов. У меня тоже закончились пистолет, дробовик, все. Ну сейчас он должен уже. Нет, не должен. Нет, а нет, должен, 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 должен. Там уже в пепел должно. Ну не знаю. Он же не Феникс. Кто его знает? Так. Кто ты нафиг такая? А чем ты нам помогаешь? Обязательно с тобой болтал, но мне надо... Мне надо бежать. Я так и понял. Слышишь, идет прощальный подарок. Увидели он. Так. И чё? Надо? Изменяешь мне? Чего ты ждешь? Прикончи её. За ней. По-любому откажется. Мы останемся вместе. Шикарно. А, красавчик. Я тебя лучше. Да, всяк. Я так и знал, что ты можешь остаться с нами. А как же без этого? Без этого никак. Знаешь, что бы нам пригодилось? Куча гранат? Да. Без этого никак. Я предлагаю сейчас сделать небольшой перерывчик. Да мы главу пятую уже закончим скоро, мне кажется. Или мы долго уже записываем? Я просто по времени не заметил даже. По мне так мы долго уже записываем. Ну давай посмотрим, что сейчас дальше будет. Да. Да, вот я думаю, прямо отсюда можно сейчас ролик. Я так и думал, что прощальный подарок — это вертолет. Да, ролик сейчас посмотрим. Да. Здравствуйте. Так, вас много. Это прощальный подарок называется? Да.
Ну вертолет, вертолет, видишь. Мне, так, нет, давай, ты вертолет опять поведешь, я тебя убью. Отожми, если сможем до него добраться. Так. Давай доберемся до вертолета и посмотрим, что будет. Но... Нет. Нам же не показали, что Симен сгорел полностью. Он их прокачивает. What the fuck? Ты кто такой? Он в себя их. Он их жрает, грубо да, говоря. Да, прокачивает тем самым себя. Чё-то как-то вообще... Да он вообще какой-то бессмертный. Он, бабушка. Он совсем не умеет останавливаться. Пожалуй, достаточно. Слушай, нам надо бежать к вертолёту. Какой тут такой? Ты издеваешься, тут не закончится. Я не собираюсь его убивать, я просто ту вертушку и все. И трапать. Понимаешь, нам просто... Нам не закончить сейчас запись. Просто чисто физически у нас сейчас батл с этим придурком. Это факт. Так если получишь, что заслужишь, Симмонс? Так, нам куда, по сути? Нам к выходу, 11 метров. Само собой. Но так, сначала... я бы подобрал патроны к пистолету, но... Некуда. Ну да, некуда. Слушай, а он нас не пропускает. Это да. Он нас просто не пропускает. На. Так, вот. И чего? Я в него шмальнул дробовик. А, ой, сколько навозных мог смотреть. Ох, сожру сейчас. Нифига себе! Давай, давай, гоним, фига. Гоним, все, все, валим. Валим нафиг. Просто валим. Нафиг я побежал, короче. С ним покончено. Да вряд ли. Да конечно. В прошлый раз мы тоже так. В прошлые разы я бы даже сказал. А, куда дальше? Я куда? Не знаю, я вот бегу по метражу просто. А, все. Так. Давай, 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 сейчас поведу, подожди. Да, вертушка, нужно добраться до вертолета. До него что-то очень долго бежать. 23 метра. И чем скорее, тем лучше. Доберитесь до вертолетной площадки. Меня что-то смущает надпись «Доберитесь до вертолетной площадки». Угу, меня вообще все смущает теперь. Войка. Ты давай быстрее, 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 быстрее. Вниз, 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 давай. Так ты куда, ты куда отдаляешься от меня? Я знаю. Блин, ты видишь, где метраж написан на экране? Мне одному нужны патроны. У меня не подбираются патроны. А я себе подобрал. Сожрал мне таблеток. Хотя мне для пистолета бы понадобились бы, для снайперки тоже. Вот и я тебе о чем. Блин, сожри несколько этих таблеток. Так не жрется. Так, а где патроны? А вот еще здесь могут быть. А да, точно. Я, мать мою, патроны. Так, черту, короче. Если что, с ножом. Я подобрал патроны. Если что, с ножом на него пойду. Так, а где еще-то патроны? Так, ой, к пистолету патроны, шикарно. Давай, давай, давай. Так. Let's go, let's go, let's go. Так. Чё там было? Там была тройка? Там все было. А, это типа залезть. Окей, ладно. Так, я не откажусь от патронов, серьезно, ребят. А, собираются, слушай. Так, а ну я с двумя пистолетами. Подожди. Наконец-то. Чё? Я в Desert Eagle, у меня теперь патроны есть, блин. Так у меня в Desert Eagle тоже патроны есть. У меня хоть 5 их теперь. У меня поболее будет. Так, теперь у меня... 100 буду толкать, да? А, нет. Прыгать? Я просто прифигел бы, если бы вот тут вот толкали бы. Угу. Так, поднимайся. Шикарно. Барьеров. Так. Ех, ты смотри, какой он стал. Ты видел? Чё? Нет, ты видел, какой он стал? Нет, не видел. А я видел. Давай, каким тебе надо... Это люлька, здесь надо ее завести просто. Угу, просто. Ну давай, заводи уже. Да подожди, тут зомбаков меня окружили, блин. Слушай, я против Симмонса в одного сейчас иду. Красиво. Против Симмонса. Блин, не успел. Давай, 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 быстрее.
Но он вырабатывал. Иди, я тебя прикрою. Так, конечно! Прикроешь. Куда иди, куда иди? Ну-ка, давай меня доставай отсюда. Да чтоб вас... Я не могу ни прыгнуть, ничего. А чё делать-то? Ну, а чё делать-то надо? Просто стоять, что ли, или чё? Не знаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Чё творится-то? Что чё происходит? Погоди. В смысле? У меня зомбаков тут немерено. Слушай, мне бы лучше рту зомбаков, серьезно. У меня патроны закончились. Сочувствую. Он в мух какой-то превратился. Так вокруг него навозные мухи летали такие. Само собой. Воу-воу-воу-воу-воу. Превращается-то в то, что рядом, то есть рядом с тобой металл. И тебе попал вирус, ближе лежащий металл к тебе, допустим, приклеивается, ты становишься вот какой-нибудь фигней с металлом. А вокруг него были мухи, он был вирусом заражен. Ну, походу, я так понял, что что рядом находится в окружении, то и... Уже у меня в дезертыгле уже патроны кончались. Так я не знаю, что делать, ты понимаешь, у меня тут зомбаков немерено. Так завести, наверное, надо что-то. У меня патроны закончатся, я с ножом буду. Еще заводи, я выпрыгнуть даже не могу. Я ничего не могу сделать, я здесь только нахожусь. У меня патроны заканчиваются везде. У меня осталось только в дробовике патроны и все. У меня патронов больше нет, у меня 85 патронов. Потом у меня будет тупо нож. Олень, так же трудно подловить-то. Очень трудно заводить. Блин, одну не успел, да что ж такое? Отлично. Что-то сделал. Быстрее в ней. У меня все закончится сейчас просто. Я уже завел по максимуму. Так у меня ничего, я сделать ничего не могу. Может, ты вернуться ко мне должен, я не знаю. Не знаю. Может, тут дверь надо вот, открыть. Вот, воссоединись с партнером. Так что? Так открывай, я не знаю. Наконец-то. Уходи оттуда. Че ж ты так тупил-то? Я не тупил, говорю. А тебе надо было просто к краю другому подойти. Нет, просто что-то там не хватает. Ты что-то, может, что-то сделал сейчас? Не знаю, заводил, как обычно. Так. Подобрал все, все, что валяется. Да. Молодец. Само собой. Подобрать все. Нафиг мне ваши... Это фигня ваша. Фух. Справились чуть-чуть. Пока что. Давай-давай-давай-давай, фигач. Патроны, чувствую, нам очень как понадобятся. По крайней мере, мне точно. То, что мне, говорю, по нолям все. Такая же фигня. Так. О. Воу. Ох, опять, да сколько ж можно-то, а? Мамочки. Ты издеваешься, да? Ты зачем мне сказал в это играть, а? Как это ж круто. Это же охренительно. На землю. Понятно. Понял? Издеваешься, я гранату подобрать не могу. У меня гранат нету, не показывает. Там граната валяется. Как мы его спустим? Так. Сейчас ему в лобешник-то пропишу. Да вы издеваетесь. Жесть, что делать. Так, аккуратненько. Между его капут бегаем.
Я просек, что надо делать. Больно, скотина. Больно. Эй. Нет. Спаси меня. Красавчик. Ты меня не спас. Ну да ладно. Это не проблема. Начнем. Еще раз. Мы его завалим. Это будет просто... Вот я думал, что он останется таким мелким на позе, но чтобы он сделался таким здоровым, таким гигантским, я себе не представлял. Охренеть. Как мы его будем сейчас убивать, я понятия не имею. Это будет нечто сейчас. Что-то с чем-то. Так, собираем патрончики. Перезаряжаемся полностью. Сейчас все это пригодится. Я так понял, там походу надо эту штуку, шприц или что там, не шприц, копье какое-то схватить и в него кинуть снизу. Скорее всего. Других вариантов нету. Так. Вроде больше ничего такого нету, интересно. Только в зомбаку. Алло. Перестреляем. Алло. Там. Слышишь меня? Я думаю, пора закончить, у меня технические неполадки. Технические? Да. Бывает. Поэтому закончи, пожалуйста, я... Прямо тут-то? Да. Ну давай, в следующей серии тогда мы, ребят, начнем ушатывать этого Симмонса. Посмотрим, насколько это эпично будет. Вот. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментарии. Всем пока. Пока. С вами был Эпик и Тимон. Пока.